Здравствуйте, уважаемые виноградари-любители. С вами виноградтверь.ру и Александр Беляков. Ну, хотел поделиться своей новостью, хотя он там уже не новость, о том, как у меня начинает подношение, то есть цвести начинает ананас. Специально снимаю это видео, чтобы все посмотрели. Вот такая вот шишка зарождается. Вот она там пошла. Причем вот скоро она начинает, вот фактически начнет цвести. Вот она такая немножко розовато-коричневатая с зеленым. Ананасу уже 4 года. 4 года. То есть он достаточно долго рос. Вот. Причем я его пересаживал в несколько горшков. Вот с последней кашпо, вот это вот такое большое, огромное. Вот, фактически. Вот таким вот образом зацветает ананас.